Йоу, друзья, йоу, подружки, с вами, как всегда, Диего, аркер профессиональный, а это нарезка PvP моментов с конквеста. Да, я повыживал на этих официальных серверах и показал ребятам, как тут вообще нужно играть выживать, по моим правилам. А эстафетских обрезки для этого выживания нам любезно предоставил Харди, один из стареньких игроков на конквестах. А что из этого вышло, вы сами узнаете. Обязательно ставь лайк и понеслось! Насмотрелись каких-то Диего, Бобби Шоу. 6 часов утра. Давайте встанем на джангл 3. Первым делом, естественно, выгрузим фьорд хавка и нацепим. Кто куда? А я пос. Опа, ребят, грифон какой-то. Какой-то грифон. Лутает, наверное, пацана, да? Лутается, наверное. Ждает ли он Финя Гнаточку, а? Как вы думаете? Что? Убийца! Смотрите. Просто сдох тут. Охренеть. Убийца называется еще. Я с тебя охренею. Какой ты нафиг убийца? Криопод, кирка у него, арбалет, стрелы. Все надо. Нам все надо. Даже меч у него есть, пипец. Ну, чилик, пока я делаю ролик, ты мне будешь только мешать. Поэтому твоего грифона я вынужден увести куда-нибудь подальше. Просто запоминай, куда я его веду, потом заберешь. И вот наверх я его поведу. А что это у нас? Свет какой-то горит. Свет далеких планет. Костер кто-то запалил. Потому что ничего больше интересного, кроме костра, и нету, да? Печи плавят какие-то. Даже мяса нету. Блин, на конквестах на официальном серве понастроили хором, посмотрите. О чем вы только думали, воители? О том, что это Айон Арк ПВЕ или что? Представляю ваше внимание проект серверов Арк Айон. Здесь как ПВП, так и ПВЕ сервера, ребята. Каждый найдет себе на свой вкус. Че у нас тут? Какая-то ступка, пестик, это что такое? Какие-то бомжи-выживачки здесь развивались, да? Прям на синем, офигеть. И запись пошла. На джангл 3 влетаю я. А чё это, эти сверчки какие-то сраные? Не знаю, у меня вообще звука нет, я без звука играю. Почему? Потому что я наушники подключил. Капец, на... все, я тут. Где ты? Ну, на джангл 3, на пляже. Смотри, какой здоровый. Вот, вижу. Как тебе, Финя Гната моя? С дубины, ага. Ослокран. Давай заходи в новое племя. Подходит мне, да? Да. Вот, садись на седло дополнительное. Полетели на луч, я тебе выложу барахло твое. Слушай, я до тебя дубиной не достаю, хотел дать тебе. Конечно, мы далеко сидим друг от друга. Это ради безопасности, что таких дурачков катаю. Слушай, Вадя, а у меня еще турочка с собой есть, турочка. Ну это все. Это разнос сейчас будет. Бедные бомжи там все подохнут заранее уже, при виде ее только. Ну слушай, мне кажется, тут сервер настолько мощный, что бомжей здесь не будет. Нас здесь ожидают сражения с... Чё? Дней сколько у него, не видел? О! 1200 хата. Дней. Это мало. Чья-то хата, что тут? Ничего. Она продырявлена. Мне кажется, Вадя, тут уже убийцы одни собрались. Лучик забирай с каемкой. Из лучика я сейчас достану тебе шмотки. Финя Гнату положите. Слушай, она что, ягоды ест? Нет, мясо ест. Она ягоды ест, реально? Да, я положил только что ягоды. Ни хрена себе, она всеядна, похоже. Давай, забирай лут. 5 болосов обязательно. Пожрать тебе и попить. Хрена себе, прям этот. Ящик. Да, ящик надо носить тебе. Что тебе еще дать? Смотри, она все ягоды поела уже. Вадя, выгрузи мне вот эту птичку, пожалуйста. Я положил тебе Финя Гнату. Покебол в Финя Гнате будет. Угу. Плотецкий даже можешь найти на ней. Да, я предлагаю сначала, чтобы мы, знаешь, что сделали, сначала поищем плотецкий всякие и так далее, а потом уже будем пвпшиться. Угу. Ну ты пролетишь сейчас по берегу, а потом в море лети, посмотришь там плот. Опа, смотри, там базенка какая-то. Визу. Кажется, сейчас люди в сети. Пошли к ним. Смотри, там арген, чтобы он тебя не хватил. И мы его ушатаем, пошли. Блин, тут и дура какая-то мешает нам. Не вижу никого пока. 23.50. Он вышел недавно из сети. Трайпчо какой-то, русскоязычный. Ну что, надо убивать. Ну, извините, конечно, простите, но демилитаризирование нужно делать. А главный враг это аргент. Первым разберись. Аргента снести надо, мне кажется. Что, стрелять в бошку ему, да? Да, в бошку стреляй. Ой-ой-ой, драка началась, слышишь? Все, остальных мы не будем даже трогать. Остальные нам не интересны. Демилитаризировали его. Да. Готовится грядки высаживает растения. Угу. Потому что аргент это огневая мощь его. Бля, как скачет диплодожище.
Заберем седло, может, нам пригодится оно. Зато мимо сарьента. Да. Что делать? Так, у меня турка есть, давай я проверю при помощи турки, есть ли здесь внутри турели. Проверяй, да. Этот успокоился уже, этот. Тут турок нету. Тут вообще ничего нету. И внутри ничего нету, странно. Погнали дальше. Ты видишь, финиагната, она может в воде плавать. Ну все, блин, любовая зыбка такая. Да, и воюешь, надоело, взял в воду, прыгнул. Вот так вот сражаешься, а потом такой, всем пока. Понял? Ой, слушай, ну это просто издевательство над плотами, это финиагната будет. Да, она теперь нужна для всего. Слушай, а может сейчас хозяин хаты придет, нет, как думаешь? А ты схвати диплодок и воду его отнеси, и все. Смотри, покажу тебе. Ты знаешь, что он реально диплодока может хватать? Хватает, не сейчас. Как тебе такое? В море его выкини. Ой, блин. Пацаны, девчата. Он придет и расстроится. Мы полное демилитаризирование сделали. Как думаешь, ну базу ломать, наверное, не будем? Для нас там ничего интересного нет. Ничего. Хотя знаешь, что я подозреваю? Они ПВПшник ли этот чел? Потому что, смотри, он поставил каменную хату и сразу же там у него стоит... Это что? Дробилка? Это дробилка. Слушай, взрывай нахрен ее. Надо взрывать. Там что, у обычного нет. Игрока дробилки быть не может. Это чувак прошаренный. Взрывай, сейчас зайдем, посмотрим, что там. С краешку, вот аккуратненько. Дырочек куда прогрызть. Заходим, граждане. Ой, миллион пороха, миллион патронов. Все забираем, все, да? Таскай финиагнату, Вадя, таскай в нее. Ой, смотри, здесь покеболы, короче, в этом шкафах. Капец. Ой, что, хрена тут всего, слышишь? Загляни в шкаф, там трындец, пила. Таскай финиагнату, все. Пистолет, граната. Все, ресурсы, это? Там все. Патроны. Стоп. Все тащу. Пацан на грифоне. Ага. На финиагнату давай. Сел на финиагнату. Где этот дурачок? Тут. Сейчас я турель поставлю. Надо ставить турель. Короче, я здесь пока внутри буду. Вещи поперебираю. Так, а что? Бензин забираю, Паста. Сейчас мы, блин, этот плот отгрохаем такими темпами за чужой счет. Давай, я поставил турочку. Ну летит сюда. Сейчас... Летит грифон. Ага, сейчас сдохнет там. Лети, дурачок. Да, сейчас турочка включится, ему хана. Он боится финиагна. Спрыгнул челик. Хватай его, разбивай нахрен. О, а чё, он уснул? Охренеть. А что такое? Что это за мув был? Не знаю. А он умер, Вадя, каким-то образом умер. А что, я турка убил? Слушай, убивай грифона нахрен, он нам не нужен здесь. Я его тут пацан, показал. Пацан тут. Ага. Где, не вижу ничего. У тебя там где-то бегает, Вадя. Я убью, если я увижу. Стоп. Сел на грифона. А? Тащи его на турочку, я побежал прятаться. Слушай, мне надо этого козла залутать срочным образом. Все, залутал нахрен. Аж перегруз, блин. Он и не поднимет, у меня жесткий перегруз на 250. Пусть придет попробовать схватить. Он со мной хочет сражаться, он меня куда-то манит, там у него турки, что ли? Он куда-то в лес от меня спрятался, вот что значит без конфигов играть. Возвращайся обратно, надо вещи забирать. Вон он, нашел грифона, вижу. Почти сорвал. У меня стамина заканчивается, Вадя, очень плохо дело. Да он тут не один. А ты лети на турку и пополни стамину там, а потом... Пусть они сами за тобой летят, нахрен ты за ними. Пополняю стамину. Все, нет у них кровати больше. Хорош. Жди там, тут два грифона. Распилил нахрен. Хорош. А ты лут весь унес? Сможешь его финиагнату положить? Вот лети сюда, я сейчас сложу весь лут финиагнату. Давай, летит грифон. Как
Какого хуя у меня перегруз? Тут два грифона, Вадя. Давай лети сюда, Ян Хилыч. Будем грузить лут. Ты бы турку взял сюда, бы ее перенес под эту базу. Не могу. Как ты под чужую базу турку поставишь? Куда ты меня понес? Убеги. Ты вообще в перегрузе, что ли? Конечно. Лети сюда, я вещи в Финиагнату сложу. Сядь пока на нее сам, сядь на нее сам. Быстрей. О, стреляют. Под туркой будешь грузить сейчас, под турочкой. Давай, сейчас грузи в Финиагнату все. Стреляют, стреляют, непонятно с чего. Винтовку положил, все лесу складывается. О, одному грифону трындец сейчас. Одному грифону хана. О, залутал чела, у него какой-то рекс там в криоподике. Сюда, криоподик! Богатеем, ПВП на Финиагнате, блин. Слушай, Вадя, выгружайся рекса. Давай, а как мы его загрузим? В смысле, потому вот он... Не, лутом я имею в виду. Да никак, просто рекса можешь себе выгрузить. А я тебя носить смогу, если что, прикинь? Давай, давай, лети сюда, к этой базе. Я сейчас в него лут буду складывать, кстати, ресы. Давай, потом Финиагнату переложишь. Бомж здесь бегает рядом со мной. Так съешь его. Иду, иду. Ты видишь его? Да, да. Вон он. В хату бежать хочу. Вон, видишь его? Да. Козла. Сейчас. Это он, это вон хозяин. На пляж побежал. Хватай козла. О, турочка убила его. Патроны нам разряжает. О, дверь открыли. Здравствуйте. Там надо этот шкаф один, пин-код к нему подобрать. Я знаю ты пин-код. Знаешь. Представляешь, я что заметил, что они в чат ничего не написали до сих пор. Сильная духом. Сейчас в комментариях напишут, бомжей вынес. Ну каких бомжей, ребят? У них как минимум грифоны, как максимум, блин, порох, куча ресурсов. Друзья вылетели потом, да. Какие они бомжи? Они не бомжи. Съел, ну, пороха есть. Просто мерено, немерено. Что а ты помнишь того чувака залутал, который откинулся? Да. Я все забрал. Винтовку взял у него, да? Да, да. Вижу, пин-код тут поставили. Три криопода откуда-то у меня взялись. Офигеть. У меня тоже три криопода есть. Дротиков куча. Все, забирай. Ну там структуру еще забери. Вот, может, построим. Забери структуры у них там. Фундамент. Да мы сейвовую базу построим, я тебе больше скажу. Сейчас за эти ресы нафармлены. Да. Мы поставим сейв базу. На Рагнарке будем ставить? Да. Можем поставить на Рагнарке. Где сундук капитана, знаешь, этого Сейнова? Ну, в том районе поставить. У нас саблезуба есть, это работа мастера. 70 в броне. Грифон прилетел. Прилетел, вот. Куда Рекс смотрит башкой, вот туда. Реально? Вон, да, 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 вон он. А чё он прилетел? Вижу. Ах ты, ну, гри. А чё ему надо? Мне кажется, им нужно отсюда ноги уносить, а не прилетать. Да. Он может турку там разместил? Молодой. Не, ну она ему особо не поможет, турка это. Слушай, не вижу грифона. Он в лесу где-то зашухерился. Я ему чат написал. Написал, что тебе надо, блин. Смотри, что он мне пишет. Пишет. Чат, ого, читаешь? Ну все, ого. По делу мрази шатаем. Мы барахла столько понабрали. Мне кажется, у них больше нечего взять, ублюдков. Слушай, Вадя, может турку на тебя повесить? Пока я буду биться, отвлекать, ты быстренько внизу турочку будешь ставить. Давай турочку на тебя вешаю. Как хочешь. Кладу в Финиагнату. Возьми сразу все аккумулятор, патроны и турку. Беру. Взял. Положи в слот турку, ты будешь сразу спрыгивать, сразу тыкать, включать ее, вкидывать все. Ты смотри, не по одному вноси туда. Открывай инвентарь и стрелочкой переноси в нее. Там перенесется только патроны и аккумулятор. И сразу нажимай включить, а потом уже настраивай пароль и все остальное. После того, как нажмешь включить. Я ж умею турки ставить, ты че? Хорошо. На Моника вставили. Сомневаюсь, что на Моника кто-то скакать будет. Против Финиагнат и Моник, смешно. А шо это, гля, базёнка какая-то была? Ни хрена король. Король под горой. Драли ее, наверное, как могли. Ты сполз, садись обратно. Как могли, говорит. Ты меня забаговал. Схвати меня. Все. Ты не распаковываешься? Не-а.
Заходи в мою обитель, будешь дорогой мне зритель. Да, я стаду на седло подлетим. Давай, давай. Ближе, ближе. Слушай, не могу сесть, ё-моё. Смотри, как ты меня запаковал тут. Все, это джи-джи. Черт, я штанами зацепился. Нет, я вообще не могу с места сдвинуться, я в рампе прям застрял. Что с тобой, тебе мать? Надо... Слушай, дай я броню сниму. Нет, не надо броню снимать, ты все, ты распугался. Стой, не двигайся. Нет. Пробуй сесть сейчас. Не могу, далеко, нету этого. Сейчас. Нет, вообще не нажимается даже. О! Хорош. Проверить надо этот, на полях вот эту пещеру. Ага, да, на конквестах там кто-то построится, ну сейчас. Вау, для тебя специально. А, такие пещеры с турками нам танковать нечем. Нам только ПВП сейчас активные нужны, и все. Там какого-то бомжа растащили, просто разнесли его тут. Ну кто-то ж его убил. Значит, кто-то здесь есть. Возможно, ляка ты размотала, пацана. На коне ему прям тонды дали. Ага. Вот он, смотри. Ну, давай поищем, здесь может быть есть базёнка. Капец. Взяли пацану тренды, дали ни за что. Значит, не соврали, что у них в зимнем биоме база. А с чего ты взял, что это они? Ну, грифон, мне кажется, разодрал. Вполне возможно. Так, только смотри, чтобы там турки не было. Ты можешь турку в руку брать и проверять. Ну, давай я слезу проверю. Ну, не надо слезать, и так ее бери. Ноль в области. Конь стоит чей-то. Ноль в области, да? Ноль-ноль. Заходи. Заскакивай. Коня хватаю, на лозавра может кормить. Коня скормить — это дело хорошее лозаврам. Сейчас угощение везу. Ага, не держи, угощение. Лакомство. Смотри. Лакомство. Полетело сейчас с ним лакомство, смотри. Пошла к ним. Лень. Увидели. Все, увидели. Все, тренда коню этому. Все, забивают, заклевывают. О, станок. О. Эх, это тут у нас такое... Станок верстак есть, можем сейчас покрафтить ресурсы. Ну давай, перекрафтим. Ну конечно, Вадиш не хочет ничего делать, поэтому он только караулить будет. Ну поразительность все равно сервера Conquest. Это вот и в печках ресурсы есть, и в верстаках. Что-то новенькое на Conquest. Все да, по-человечески как-то сделано. Приходишь, тебе уже ресы там лежат. Да. Ага, а пасты-то нету? Чуть-чуть только пасты. Пасты, да, чуть-чуть. Полетели к этим бобрам. Пару хаток сейчас залутаем-то. Наверху. Вывезли, наверное, станка все. Наверное, Финиагнати, наверное, унесли лут, да? Ага. Прям станок унесли с лутом. Да, она, кстати, может такое мутить. О, платформа слева. И там членоголовый, чувак! О, здравствуйте! Спрыгивай, ставь турочку. Быстро втыкай прям ее, втыкай. Втыкаю. Включать? Да. Включи. Чувака взял. Бьет Финиагнато. Расшатываю чувака, расшатываю. Падает вниз с винтовкой. Лёй, стреляет! Расшатался, вот он, Вадя. Игорь, меня эти птицы бьют, быстрее возвращайся сюда. Чё за птицы? Птицы ужасные. Хватай эту скотину. Всё хп выбило. Медведь бежит вонючий. Вадь, не стреляй, ты меня сольёшь сейчас. Турку включил. Птер летит птер. Хорош, маленький. Вадя, золотой пацаненка, он тут где-то упал, вот он тут. Сейчас отъедаюсь. Быстрее, где я стою. Золотой его, пожалуйста. Надо аргента им слить, это точно, еще один аргент. Демилитаризацию нужно провести. Слушай, не вижу трупа, вообще не вижу. Что ж такое, а? О, Вадя, все на меня сагрились, так что берегись. Они тебя не тронут. Волк бежит за тобой. Сейчас я их отведу. Ну и член. Вадя, сейчас он разрядит турку. Блять. Отведи его, стреляй по нему. Или турку выключи пока. Там пацаны бегут. Ой, разрядит он сейчас все. Тут пацаны чувачок. Бегут сюда. Падает чел вниз. Вниз чел падает. Вот, у него это, у него вентура есть. Разбился, забираю винтовку. Забирай. Где он тут? Где вот, он, где хвост Финиагнаты? Верстачок, станок. Челик, сзади челик. Где? Сзади бежит. Вот бежит. О! Вадя, тебя волк сейчас... Волки, все, сейчас убьют, хватай меня. Вадя, ну вот у тебя бежит, а дед бить бежит. Встает тут кто-то.
Слышу, слышу, встает. Поднялась такой. Уа. И умер сразу, да? Ну теперь точно, да. И что тут у нас? О, тут, наверное, леса умеренно. Наверное. Он ой, стали... пасты здесь до хрена, слышишь? Клади Финиагната. Подожди, я кровать сломаю. На соломе живут. Я ее ломать не буду, потому что я тут крафтиться буду. А где Аргент? Улетел куда-то. Как это? А, Аргент куда улетел? На тот свет. Аргента турка убила. Слушай, сломай эту кровать. Вадим, если я сломаю эту кровать, тренда тогда будет, потому что станок поломается и все такое. У него наверху база, они тут прям это, открыли дверь. Спускаюсь к ним, буду смотреть, что у них там внутри. Я у них в их сейвовой базе секретной. Проник на секретную базу, слышишь? Ой, тут прицелы, хренелы. Тут металла миллионы. Мерено, не мерено. У них называется трайб высшая раса. Представляешь, они себя превозносят. Залутаем добро такое. Еще лестница в небо какого-то хрена у них. А что наверху там? Что там? Я занят кроватью. Ползу наверх, у них там какая-то ловушка для шпиона. Представляю, если меня убьет. А нет, все. Чувак встает, 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 встает. Ну встает, сатани его, если встает. Вон, он побежал туда. Ага. Встал и побежал. А куда он побежал, там турка? На тот свет он побежал. Вадя, турку заключил обратно? Да, да, ну, я ее на этих вызовах поставил. Вон чувак вот танцует. Это. Танец предсмертный. Давай. Смотри, вот так, я ж тебя учил, Вадя, вот так вот. Я так и выбил с нее все. Всю дурь с нее выбил. Все, нехрен тут спавнится на нашей базе. Смешно. Камни, миллионы, у них тут всего миллионы. Разжились тут, посмотри. Дима, рус, слышишь, это русский челик. Ну что поделать, это арк, блин. Извините, блин, ребята. Ну все, я покрав чуть-чуть патрончиков сделаю. Для турки нашей. Это не те писюны, которые нас тогда это в чате подали. Когда? Ну, в чате, которые писали, что у них зимняя база есть. Нет, это трайбов чё. Вот и чё, ничего. Через плечо. Вот через плечо, да. Металла немерено наверху, Вадя. Надо за ним слетать. И чё там с членоголовым нет? Тут единственное пурловье может быть закопано где-то. Паразавра, ну, забыли. Хотя что они там могли в пурловье прятать, эти челики? Ничего. А да у них это чё? Откуда у них прям? Что за ценное? О, еще порох у них делается, офигеть. Ну что, поиграли мальчики, блин? Варк Survival Evolved. Но они должны быть готовы к тому, что прилетит Финиагнат и их поломает. Не Финиагнат, так Грифон прилетит. Естественно, мы же готовы к тому, что нас сейчас просто выстегнет кто-нибудь. Выстегнет? Ну да, прилетит какой-нибудь мощный и выстегнет нас прям. Ты представляешь, сколько они на эту платформу металлическую собирали? А это не их, это других пацанов. Садись, пойдем там металл залутывать. Спускайся в ларчик и носи на Финиагнат туда. Вот сюда спускайся. Вот. Сейчас я все сложу в Финиагнат. Тут секретная база. Хирирки там. Тут на винтовочку прицел тебе сейчас приделаем. А еще что есть у них дельное? Ну, рецепты всякие. Ой-ой-ой, прицелы, рецепты. Тут на винтовку сейчас тебе прицел дам. На 64 на Птера седло, прикинь. Забирай. Забираю. GPRS, рецепт на турель. Слушай, мы будем базу себе строить или пурловью где-нибудь зароем? Ну, можно зарыть пурловью и... Ну, как хочешь, в общем-то. Можно и базу поставить. Видишь, их тут никто не трогает. Ага, ну раз как пройдутся и до свидания. Опа! Чел что на это? Аргенте. Пусть летит. Минус. Хо-хоу, сразу же отъехал. Челик на парашюте. На парашюте. Да, садимся, быстро поконим. Мы в перегрузе уже в адском. Ищем челика. Вот он, ляка ты. О, дурачок. А где он? Вот он, бежит опять, убегает. Стреляет кто-то, слышишь? Это он я. Он нам стреляет. А? По тебе? По Финиагнате, чуть ли пол хп не выбили. Сядь на нее. Улетел, а кто стрелял? Вернись ко мне, опускайся вниз. Ушлепки эти. А у нее было столько, Вадя. А? Ну кто-то стрелял сверху. Смотри, что в его трупике, вот слева он. О-о-о! Нефти увозил он сколько. Миллионы нефти. Турку он перенастроил, в турке патроны кончились. Морально шатает. Вы, ребята, попутали походу. Вадя, во-первых, не плачете, а зачем так вообще пишешь, я не понимаю. Бесить их хочу. Даже если нас кто-нибудь шлепнет, мы плакать будем. В смысле, не тех? Что это значит? Не тех вы раздолбали. Разумеет он российской мове. Все он разумеет. Угу.
Это знаешь, то же самое этот самый, как два узбека копают эту яму, а этот подходит к нему и говорит, типа этот начальник, говорит такой, лучше копай, он такой, моя твоя не понимать. Он говорит, я тебе говорю, лучше копай, а он, моя все равно не понимать. Он как дал ему палкой по спине, то сразу все понимать. Что за бред ты? Вадя, осуждаю такие шутки. Меховая броня, возьмем Финиагнату. Возьми, потому что... Слушай, а покрафьте еще, Вадя, тебе задание, все, покрафьте еще меховуху. Все есть тут, в верстаке крафьте. Что нам меховуха, если по зиме летать, искать козлов, нужна меховуха. Ты забираешь шкафу комплект брони это. Вы тут надолго? Кто спрашивает? Бежит к нам. Сейчас на переговоры к нам идут. Вадя, ты будешь разговаривать, чтобы меня не запалили. Спроси, ты, ты переговорщик, спроси. Ты на переговоры пришел? О. Меня схватил аргент, аргент схватил. Вадя, парашют, у тебя есть парашюты? Ага. Рекса выгружают сразу автомат. Сиди на Рексе. Сиди на Рексе. Давай, давай, иди сюда. Хватай козла. Сейчас ему тренды дам. А этот на переговоры пришел или за... Да. Съесть? Съешь его. Вадя, двигайся на Рексе, двигайся, а то тебя есть покусает. Другой летит за тобой, второй аргент, на двух аргентах. О, взял меня, взял. Я тебя взял? Он меня взял. Ой, слушай, нет, не меня, не меня. Это я тебя взял? Нет, 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 ты чувака взял, снял. Так, смотри, разбиваю, разбиваю чувака. Разбивай, разбивай. Я сейчас аргент. Еще раз взял. Разбиваю чувака еще раз. Вадя, турка заряжена там? Да. Ну, я, может быть, там нету этих, скажи мне. Там батарея нет, заряда. Чувак, на парашюте справа. Понял, понял, летит, двигайся. Летит меня, снимать хочет меня. Снял, снял, дуралей. У тебя есть парашют еще? Есть, есть, есть. Осталось два. Схватил опять меня, опять хочет разбить. Тянет наверх, тянет. Вадя, спрячься куда-нибудь. Сорвал чувака, сорвал. Ясно. Еще один летит. Летит. Хорошо, один. Хорошо. Я сейчас уведу этого лоха куда-нибудь подальше. Другой сел на платформе, сейчас можешь его как раз снять. Хорошо. На платформе сидит. Так, одного убил. Вот летает возле меня здесь второй. Лечу к тебе. А что, им непонятно, что им трындец? Я не знаю, я усыпить его хотел. Он тебя схватил? Нет. А у меня парашютов больше нет, если схватит. Схватил, по-моему, схватил, схватил. Сейчас разобьет. У меня парашюты закончились. Живи! Не, не получится. Кровать поставь просто. Ваня, ты задрал, какую кровать? У меня не успею. Да вы их убили всех. Ты чего? Там никого больше нет. Скажи, когда готова будет кровать. Ваня, ты и шаг, она сейчас будет готова. Они меня хватали три раза подряд. Вот, Вадя, сейчас лови кровать. Блин, ты в руку эту ссаную смотрит три часа. Забирай свой лут, сейчас надо аргентам тренды дать. Не вижу второго аргента. Он где-то здесь, ичиво. Как рейдер именно так развился. Трындец, Вадя, забирай свой лут. Да я пойду убью аргента, которого я знаю, где он. Я пойду парашютов пока скрафчу. Я смотрю, они умники решили таким образом делать. Так, минус аргент один. Найди аргента пока у себя там. Так ты ж его увел, второго, вот туда. В сторону обелиска. Ты ж его увел. А второй у тебя, который тебя разбивал. Вот сейчас и прилечу. Платформа болтается. Лечу, Вадимка, сейчас мы ему тренды дадим. Вижу, вижу, на дурочка. На краю платформы болтается. Надо его подпалить. Может, члена пойти пойду члена съем этим Рексом. Осуждаю. Шутки про члены. Сгорел на работе. Знаешь, мне как-то неловко, что я так плохо сражаюсь с бомжами какими-то. Мне честно, прям неловко. Да прям там плохо. Да я их должен был сразу вынести, Вадя, за свои 8 тысяч часов. Ну, ребят, я не жесткий PvP-шер. Вот он, трупик челика. Это они голые, там ничего нету. Не-не, вот залутанный. Слушай, он здоровый такой, на аркера профессионального похож. Седло на сырка, зуха, дротики, хренотики. В общем, скукота. Ах, я Птерикс. Ты чё, Вадя, трындишь? Я за тебя болос даже спрятал. Это наш клиент.
Все, глушай. Да встань, что ты пафосный такой. Что ты стреляешь, Вадя? Это дротик был, это ты не дротиками стрельнул. Дротиком. Нет, нет, нет. Сука, у меня дротики, по-моему, подключены. Чего ты взял, что не дротики? Вадя, это ты у него спроси. У микрораптора. Бляха, дал ему тренды нечаянно. В голову прям стрельнул. Жесть. А что ты делаешь? А, да. Вкладывай. Пойдем, я покажу тебе. Сейчас я буду за рейджинг устроить. Научу тебя сейчас. За рейджинг. Взять будет пурловия. Выгружай ее. Мясо я обязательно положи побольше. Турочку пока положим. Так, сейчас за рейджинг сначала построю. Смотри, запоминай, Вадь, потому что тебе тоже приходить сюда проверять надо будет. Вот здесь пурловия, видишь? Наверх бежать вот так. А за рейджинга будет... То есть вниз спустишься и побежишь туда. Такая постановочная, вонючая зарыженька. Ты мне должен помочь сейчас ту постанову мутить. Слезай, свинья Гна, ты сейчас будешь топором бить по этой, по кровати. Сейчас, подожди, я покурить это что на минутку. Дай Вадя, мне... никакой курить! Отойди, подходи оттуда. Постанову сделал. Еще нет, сейчас еще побольше надо. Иди ковыряй кровати, Вадя. Все. Зарейджинка готова. Естественно, а патроны Рекса все. Давай положим. Или что? Рекса, да он. Пусть Рекс у тебя будет, Вадя. Михауха. Патроны, турели. Оставь батарею с собой. Будем думать, не знаю, где заряжать. Да не, пусть батарея тоже пока тут лежит. Лутецким, блин, до отказа. Да. Так всякую дрянь нужно выкинуть из нее. Блин, у нас много еще чего прятать надо. Остальное в плот тогда. И огромное всем спасибо, друзья, за просмотр. Мы с вами увидимся на новом видео или стриме. С вами был, как всегда, Диего, Аркер Профессионали и Вадимка. Ставь лайкосик, и новый ролик не заставит себя ждать. Однажды зашел поиграть я в Арк. Думал, что игра — это просто класс. Ту дошку притомил и построил дом. А в оффлайне базу мне снесли и убили до-до. Хату из соломы сломали в момент. Но зачем новичков убивают здесь, не знаю.